Войска Красной Армии окружают Рейхстаг. Здание парламента – последний оплот фашистского рейха. Мы уничтожим на этих улицах каждого, кто посмеет встать на нашем пути. Участие в этой великой битве – огромная честь для любого бойца. Наше знамя над городом станет символом поражения и унижения противника. Возмездие свершится! Все будет хорошо. Слышишь меня? Они затопили свое метро, пытаясь убить нас, Дмитрий. И снова им не повезло. И снова мы обманули смерть. Все будет хорошо. Отдохни пару минут, отдышись. В мирное время косили пшеницу и рожь. Мы рот отчислили. Думаешь, это нам поможет вернуться домой? Писать про войну вместо того, чтобы воевать? Да, в их собственной крови. Никто не будет это читать. Если у тебя кишка танка убивать за родину, то, по крайней мере, покажи, что ты готов умереть за нее. Сержант, займите левый фланг и убивайте каждого гада, который будет сопротивляться! Проверить все здания! Есть, товарищ комиссар. Вы все слышали, товарищи? Налево! Еще несколько часов, и Берлин падет. У каждого из нас своя роль.
себя и за родину. Атаку! Нейтрализовать их погиб! Бункеры сильно укреплены! Мы должны уничтожить зенитные пушки, чтобы освободить путь противника! Недостаточно уничтожить любую силу противника! Нужно стереть это место с лица земли! Установи заряды! Найди гранатомет! Нужно сделать все для того, чтобы уничтожить ее! Thank you.
Дима! Кто-нибудь, помолитесь за него. Заходим. Вы за этим пришли. Убейте их. Сотрите их в порошок.